Это Грэд, Грэд Ревьюв, и мы дождались, наконец-то, на ваших экранах. Deluxe Edition, между прочим. Ремейк Silent Hill 2. Вот он. Я уже немножечко, чуть-чуточки попроходил. А что там проходить? Вот только с начала мы появляемся здесь. На какой-то... здесь сортира... Это заброшенный Silent Hill. Как же я обожаю всю эту игровую франшизу, кинофраншизу. Будем искать свою женщину, свою бабу. В надежде, что она жива. В этом страшном заброшенном месте. Это Great Review. Наконец-то мы дожили до этой игры. Спасибо, Konami. Спасибо. Ну что, поехали. Напомню, это Deluxe Edition, стандартная, ну, классическая версия будет уже во вторник. Так, а что тут делать? Тут что в этом сраном вонючем месте? Без фонарика, темно, страшно. Фу. Не хочу. Ну что? Красота, ляпота, мы вновь возвращаемся в Silent Hill, как же я обожаю. Хорошо. Воскресенье тем более, ну Konami. Редко, когда игры выходят по выходным, согласитесь, это прям очень-очень редко. Да и мы, собственно говоря, на канал не выбрасываем, не выкидываем, не выкладываем видео, но это событие, это большое мировое событие в игровой индустрии. Welcome, Road Close, это все заброшено. Ах, красота. Да. Вот игра вышла в правильное время, но осенью, октябрь. Но хотелось бы ее получить еще позже. Именно на Хэллоуин. Ох, вот эта атмосфера ламповая. Друзья, запасайтесь вкусняшками. Играть обязательно ночью, в наушниках. Приятный напиток. В общем, ляпота. Ну, давайте спускаться все-таки в этот страшно удивительный, прекрасный мир Silent Hill. Искать свою бабищу. Также вышел ремейк Until Dawn. Ну, я его проходил в свое время, когда он вышел еще в 15-м году на PlayStation 4. Ну, ремейк, честно, посмотрел, не особо... впечатляет. Ну, потянули они графику. Поэтому я не стал приобретать. Думаю, а лучше Silent Hill'а ничего нету. Дождемся и поиграем. Так. Вот эта музыка, эта зловещая атмосфера. Обязательно играть в наушниках. Ночью. Неторопливо в нее нужно играть, изучать все тщательно, грамотно. Вы посмотрите, что тут происходит. Смаковать надо эту игру. Просто. Никто так не делает игры, как вот Konami. Как вот ребята из Resident Evil. Silent Hill. Здесь особая атмосфера. Ужаса, зловещих тайн, муа, ляпота. Смотри, я посмотрел в лес. Наверх посмотрел, он смотрит наверх. Как это прекрасно. Играю, кстати, на клавомише. Так. Кстати, на клавомише очень даже неплохо. Очень хорошо, все оптимизировано. Тихо, что тут? Очень даже оптимизировано. Ну давайте все-таки я подключил геймпадик. На геймпаде начнем играть. Кстати, на геймпаде довольно-таки очень тоже удобно. Очень удобно. То есть кому как удобно. Тут вопросов нету. Так, а бег у нас? Ага, бег у нас. Угу. Мы бежать не будем, нет, ни в коем случае. Мы будем изучать досконально все.
такая атмосфера. Хочется в лес, осенью, в туман. Вот я всегда, всегда, вот когда осень, туман и лес, я всегда вспоминаю Silent Hill. Вот всегда, потому что, ну невозможно не вспомнить эту великую игру. Так. Ага, уже появляются какие-то силуэты, моменты, что-то мы находим. Так, вот это что у нас? Ёперный тётя. А, это сохранюха. Ну, хорошо. Как будто кровь, да? Так все подсвечено. Ладно. Так, он блики какой-то. По-моему, это церковь. Ребят. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, медленно, не торопясь. Не торопясь. Ну вы посмотрите, какая атмосфера. Ну вот. Ах! Меня переполняет просто вот эмоции от кайфа. Игра вышла в правильное время, в нужное время. Кладбище, туман. Так, ну что, поправили еще очки? Как у Элой. Кто ты, женщина? Подожди, это его баба? Нет? А, нет, это нет. Нет, 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 это просто девушка. Будем ждать, конечно же, перевод на полностью на русский. Было бы классно. А что она тут делает? Кладбище, туман. Что ты тут делаешь, женщина? Почему ты не на кухне? Почему борщи не готовишь? Да мясо, кости. Что ты тут забыла? Нехорошее место, говорит. Да мы-то уже поняли, что... Что местечко это зловещее. Почему просто девушка? Как-то её что-то зовут? Трудно объяснить. Вот эти тайны Silent Hill'а всегда завораживали. Мне просто нужно найти свою бабу. Я ищу свою женщину. Кое-кого. Кое-кого. Очень близкого человека. Ты тоже? Ты мамочку ищешь? Да, на кладбище, здесь папа, мама гуляют, брат. Что? Где еще и надо искать? На кладбище. В туман, в такую непогоду. Удивительное событие. И мы потеряли в тумане. Ну посмотри, тут столько скриншотов можно понаделать. Ой, ёкарный театр. А можно еще с тобой поговорить? Может, ты мне дашь, ты мне дашь. Во. А, да, в принципе. Туман всегда, всегда, когда на улице туман, это тревога. Он всегда у людей вызывал тревогу. А можно еще с ней пообщаться? А можно у тебя спросить, какого размера у тебя сиськи? Ну ладно. Дела, искать свою. А у меня есть своя бабища, мне нужно ее найти.
По кладбищу гулять в такую погоду. Туман, заброшенная, старая. Прикиньте, сколько тайн хранит эта игра. Старая заброшенная церковь. Интересно, можно в нее зайти? Естественно, нет. Так, а что если я сейчас обойду? Нет, тоже нет. Да, тут похоронены люди. Кстати, игра на CryEngine 5, между прочим. Да. Если кто. Молодцы, разрабы. Так, оттуда я пришел, значит. Ага, мало не потеряться. Тетка, пока. Вообще странно было бы кого-то здесь увидеть. Музыка пошла. Саунд просто бесподобный. Ой. Обязательно саунд, кстати, скачайте, друзья. Я это уже сделал, чтобы наслаждаться этим удовольствием. Да, выход такой игры, так всегда, это событие мирового масштаба, поэтому обязательно ее проходить. Кукуруза, вот это вот сразу вспоминается «Дети кукурузы» Стивена Кинга. О, шум вот этот вот зловещий. Музыка, атмосфера. Все четко передано, все четко. Ага, Что это? Пугало. Уёб твою налево. Тачка. Так, здрасте, тут кто есть? Так. Наверное, ребят, я буду проходить на геймпаде, чего и вам желаю. Очень даже удобно. Silent Hill Ranch. Ранчо Silent Hill. Я могу сюда попасть. Тут закрыто. Я хочу в старое вонючее ранчо попасть. Все закрыто. Так. Грязно, вонюче все. Ой. Ну, конечно, все заброшено еще. Теплицы все вот эти вот. Вот эти звуки. Ой. Днем в нее играть это преступление. Лучше ночью. Просто надо ночью играть и все. Так. Но в регионе она вышла аж в 7 утра, если честно. Поэтому мне нужно играть обязательно. Дождитесь ночи. Я понимаю, что не втерпёшь, что очень трудно устоять перед этим искушением Silent Hill, но, ребят, поверьте, оно будет еще кайфовее ночью прохождение. Как говорится, уж не втерпёшь. По грязи, по лужам, та-та-та-ра-там. Элеваторы всякие, вот это вот все это. Ага.
Ну что, ждем от Konami новых каких там. Ну хотя игру делали поляки. Все-таки я не представляю, на Medieval. Тоже классная игрушка была. Но поляки не обосрались. Поляки выдержали ту атмосферу именно игры, которая нам нужна. Поначалу мы, когда смотрели ролики, да, кайф. Потом смотрели геймплей. Казалось, что какое-то что-то не то, что-то не хватает. Но все-таки это торт. Это то, что мы хотели. Так. Давайте, наверное, мы сейчас заглянем вот сюда. Так. Ага. Лак закрыто. Так, тут не пройти. О, записка. Так, прочитать. Я в городе разбираюсь с окном. Запасной ключ в ящике. Запасной ключ в ящике. Угу. Так, есть кто? Запускаю ключ в ящике. Блин, темно. Темно, ужас, ужас. Девка голая. О, вот это мы любим. А, вот он ключ. Так, да-да-да, ключ от из автосервиса берем. Это кальта, это личная. Все, чутко. Девки. Блин, ну темно, вот просто мандец. Без фонаря тут, ну, вот, ничего. Хотя подсвечено здесь, да. В принципе. Давайте мы сейчас просто откроем, просто выйдем. Да. А, ключ, наверное, от вот этой двери, да? Такс. Тихо. Так. Ну давай, воспользуемся. Так. Использовать. Так, надо разобраться, как это работает на геймпаде. Ну ладно. Такс. Мы попали на территорию всей вот этой вот автохрени. Угу. Боком валим. Старые вонючие драндулеты. Так, что пишет? Угу. Блин, какой первый Silent Hill был сложный. Второй тоже, но этот сами старый уже. Конечно же, вот хочется и первого увидеть ремейк. Продолжение. Что тут
там происходит? Что-то там вонючее, страшное, грязное. The silence on a beauty. Так. Двигай, двигай телом. Нагнетает обстановочка, да? Такая вот. Не, молодцы, молодцы разработчики. Игра великолепная на этих новых CryEngine 5 смотрится. Или Unreal 5. Или CryEngine 5. Короче, один фиг, все крутое. Такс. А просто не помню. CryEngine 5 или Unreal 5. Движки так похожи очень. Вот это кукуруза. Музыка, музыка такая. Мы идем в туман, все зловеще. Мы боимся, конечно же. Все жим-жим. Кстати, до начала игры, до выхода игры было столько спойлеров. За месяц уже кто-то выкинули 30 минут видео, ребята. Ну, я ничего не смотрел, конечно же, специально. Зачем, зачем? Зачем себе вот портить эту атмосферу праздника? Запомните этот день. Это праздник на нашей улице всем любителям хорроров. И, конечно же, Silent Hill. Так, парковки нет. Пишут нам дядьки. Хочется смаковать, правда? Вот смотришь на эту игру. Хочется не просто играть, смаковать. Изучать каждый вот метр этого места. Изучать, что здесь произошло. Каковы события. Что нам хочет донести именно авторы, да, разработчики. Так. Так, тут все перекрыто, закрыто. Вот как будто воскресный день. Вот правда. Все закрыто, перекрыто. Людей нету, все по домам. Хотя нет, здесь... Здесь все по-другому, ребята, я вам скажу. Здесь... Здесь конец света. А мы тут не пройдем? No parking. Такс. Это no parkings. Такс, карта. Так. Кстати, надо ориентироваться по карте обязательно. Так, карта.
восточной части. Пардон, друзья. Немножечко маленький перекус. Угу, да. Ну давай идем сюда, получается. Куда же еще? Уже нужно. Уже нужно изучить. Так, стоп. Какой сюда? Какой сюда? Мы отсюда пришли. Нам нужна. Вот нам нужно туда. Вот она начинается. Туманная, вот это вот все. Блин, уже страшно. Уже. Не по себе. Фу, блин, ну что это за хрень? Да можно? Тачку заброшенную. Так. Опа, опачки. Что это? Что это за место вообще? За вонючее непонятное место. Ну, понятное дело, что отсюда вы пришел. Я просто обошел. Все течет. О, записка. Давайте почитаем. Так, дорогая Кассандра. Цветочного магазина. Это был бывший цветочный магазин. Окей. Дорогая тетя Кассандра, должна вам сказать, что место, что мы покидаем это место по необъяснимым причинам. Так. Тут можно немножечко пробежаться. Так, с 8 до 5 вечера. Так. In the silence. Да, карта довольно-таки не маленькая. А мы не торопимся. Нам нужно поизучать. Тут очень много всего интересного. Мы поизучаем. Что это такое? А газетная это хрень какая-то. Пробежимся теперь по этой стороне. Мы отсюда. Мы отседуго. Да, мы отседуго. Пришли. А мы ушли в туман. Это обычно бывает. Как потеряться в тумане? Легко.
Где запах? Нигде не пускают. Везде все зловеще. Ужас. Пробежимся. Опачки. Мужик! Чё с тобой? Ребят, он меня пугает. Он держится за писюн. Чё с ним? Так, подождите. Кровяка. Дядь, вы не подскажете, как пройти? Начинает домики прорисовывать. Могила! Что надо тут делать? Прочитать. Зашифрованный текст. Вай! Что это? Что это за звук? О, нафой! Ребят. Этот мужик. Так, чуть-чуть пробежимся. Мы чуть-чуть. Ага. Так, стой. А, тут не пройти. Меня пугает этот мужик голый. Так. Ой, видео уже, наверное, затянулось, но оно того стоит, ребят. Оно того стоит, поверьте. Бляха, муха, эти мерзкие звуки. Кто это? Как мерзко слушать, это гадость. А мы тут сюда не пройдем? Подожди. А, мне показалась эта записка. Ну что там местные эти... кошки, собаки, как бы... Ёп! Кто это? Кто ты? Может, там это местный бездомный, ну как бы... Хочется в это верить, может, он просто голодный. О. Так, тихо. Тихо, спокойно. Обосрака началась уже днем. А ведь еще даже не вечер. Еще не все погасли свечи. Так, смотрите, по сторонам поблизости могут быть отмечены белой тканью объекты. Нужно взаимодействовать. Я понял. Ага. Ох, ё. Чё? Чё за прикол? Такое. А, это красная штука, это сохранка. Так, давайте перезапишем на всякий случай. Обычно редко так и делаю, но... Темно, нужен фонарик. Звуки. Открой. Anybody hurl? Hurl anybody? О, что это такое? Лечебный напиток.
Забирай. А он нам нужен, кстати. Мы же вроде... Мы же прекрасно себя чувствуем. Мы же бодрые, веселые. А часики идут? Логично. Все-таки часы тоже остановились здесь. Так, как-то не по кайфу изучать все тут. Ну, в плане того, что страшно, блин. Так, 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 так. Ох, видео будет рендериться долго-долго, но оно того стоит. Эта игра великая. Так, что здесь происходит? Смотри, смотри, тварь! Ёп! Офигеть! Кто это? Кто ты? Кто ты? Что ты? Ну нахер! О! Сейчас мы будем... Сейчас мы его будем долбить. Стой тут! Не подходи! Фу, тварь! Подыхай! Мразь! Фу. Да, я видел эту тварь. Все началось. Началась движуха. Ребята, это Silent Hill 2 Remake Deluxe Edition. Играем обязательно, проходим. Ну это база, ну ребят, это, по-моему, даже игра осени, да? С вас лайки, подписки на канал, игра ревью в Яндекс.Зен, помощь автору будем очень признательны. Играть в наушниках ночью, под хорошее настроение, и обязательно в непогоду еще, когда туман за бортом на улице, ночь, самый кайф. Ну а с вас все просто, лайки, подписки и немножечко денежки на наши кошелечки. Будем очень признательны любой монетке. У нас есть также карта, на нее можно перечислять любую денежку. Однозначно рекомендуем Silent Hill 2 Remake. Хорошего настроения и до новых игрушек. Welcome back!